Лайк водителю. Акция под таким названием стартовала в регионе. Пешеходный переход на пересечении Ермака и Войкова в Иванове выбран не случайно. Перекресток с оживленным движением. Зеброй часто пользуются студенты. Волонтеры показательно пересекают дорогу и вежливым водителям ставят лайки. Сегодняшнее наше мероприятие как раз и направлено на то, чтобы разъяснить им о том, что вежливость и внимательное отношение друг к другу, они способны смягчить напряжение, повысить позитив на дороге и в конечном счете снизить количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходят с участием пешеходов. По статистике региональной госавтоинспекции, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 283 наезда на пешехода. Из них 101 авария случилась именно на нерегулируемой зебре. Печальные цифры. Все, что можно сделать сегодня, не допустить их роста. Было бы неплохо, если бы то, что проделывали на дороге волонтеры, взяли на вооружение все пешеходы. Показать им свое доброжелательное отношение за то, что они нас пропускают, как бы подарить улыбку, позитив какой-то. Водители, но мне кажется, они сначала удивляются, для них это непонятно, что происходит, еще останавливают потом. Но мне кажется, им тоже должна понравиться наша акция. Волонтеры раздавали водителям и пешеходам памятки о том, насколько важно всегда помнить друг о друге. Акция продлится до декабря и пройдет во всех муниципалитетах Ивановской области. А может и не закончится вовсе. Вдруг пешеходам понравится такое общение с водителями, и дарить лайки войдет в хорошую привычку. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.